Всем привет! А привет всем опять же. Да, опять же, вы видите Глеба. Я поселился тут иногда. Вот, ну, сегодня мы будем готовить такое блюдо, которое, на самом деле, мой муж называет веган-щит. Да, очень аппетитно. Вот, но лично я, это мой любимейший суп-крем из шпината, между прочим. Вот. И туда, на самом деле, можно добавлять не только шпинат, можно всякие другие. Что есть в холодильнике? Все туда. Ну, я думаю, не стоит подробно показывать, как варить картошку. Это все умеют. В общем, поставили, и пускай варится. В это время мне опять же надо почистить морковь. Значит, сейчас мы будем... Пить бокаль. Пить бокаль, да? Но... Не только. Можно, наверное, даже не снимать, потому что мы это просто доводим до кипения на плите. И добавляем сейчас всякие соль и перцы. Кстати, где они? Ну что, у нас приготовился веган щит. Да. А мы сейчас это, в общем, с аппетитом покушаем.